Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW M6. Ремонт кузова. Машина приехала наполовину разобрана, подвеска и дверь заменены. Установил машину на стапель, сниму детали, которые идут на замену и которые будут мешать при ремонте. Итак, начинаю ремонт. Начну с правого заднего крыла. Первым делом вытягиваю. Работа по вытяжке закончена. Теперь я удалю заднее крыло. Оно на замену. У меня есть донорский кусок.
Теперь подготавливаю машину для установки заднего крыла. Теперь я могу устанавливать заднее крыло. Но сначала я возьму нужную часть с донорского куска. Итак, теперь у меня есть нужная часть. Ладно, примеряю крыло, выравниваю соединение для сварки и устанавливаю его. Сварочные работы закончены. Этот сварочный шов заливаю оловом. Правым задним крылом я закончил. Теперь я подровняю левое заднее крыло. Это небольшая вмятина. Для ремонта буду использовать споттер.
Итак, левое крыло тоже сделано. Устанавливаю задний бампер и фонари. И последнее повреждение – капот. Он сделан из алюминия, поэтому при ремонте буду греть. Примеряю фару, не подходит. Измеряю. Всю морду надо немного потянуть вправо. Теперь хорошо. Итак, моя работа над этой машиной закончена. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 35 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!